жизнь как без педали велосипед. До свидания, рву волосы на себе. На себе, белое тебе идет и сильно посидел. Дразнит меня жена, делая сразу 10 дел. А я с таким лицом словно несколько дней не ел. Кажется, что вот-вот и лопнет мое терпение. Дошел до точки кипения, теперь я — это как птицы в зиму потерять перья. И что только с такими, как я, не делали. Мазали мазями, травили травами, тупо неделями. До понедельника мучительных 2 дня. И зачем только я их сам у себя отнял? Не будь сейчас у меня головы, было бы легче. Тогда бы забивать ее просто было бы нечем. Мне бы подальше от соблазна туда, где метели. На север к оленям и снегом усыпанным елем. Ведь я уже готов сорваться, как пес с цепи. И мне уже плевать на все свои принципы. Прицепил себе на шею неподъемный груз. И с горем пополам с этой болезнью борюсь. Это не про меня, говорят, собрана воля в кулак. И я бы променял легко свой на вражеский флаг. И хоть убей, я не знаю, как тебя так вот бросить, чтоб не скучать по тебе, мой любимый Кент номер 8. Эти размеренные движения китайским веером, к сожалению, спасают от жары всего лишь на время. Солнце бьет по темени, и даже в тени не обойтись без изобретений из бумаги и дерева. Где-то на севере метут метели, снегом усыпаны ели, олени бегают семьями. А мы на 2 недели выбрались туда, где потеплее. Сижу, балдею, рядом жена в положении. Выбираю что-нибудь помедленнее в плеере. Шлепанцы, лавки, кольцо, татуировки на теле. Потихоньку веселею от пары коктейлей. Пытаюсь представить то, о чем не имею представления. Но как ни крути, надо быть готовым, тем не менее. Приблизительно в начале мая, конце апреля. Он может быть или тельцом, или овном. Пусть он будет здоровым, остальное не имеет значения. Я уже вижу, как он сидит у меня на коленях. Я ставлю спокойный бит и читаю ему колыбельную. Знаю, что нужно тормозить с градусами и растениями. Не получится уйти от проблемы, хлопнув дверью. На этой лестнице я подошел к серьезной ступени. Я буду отцом, все будет хорошо, я уверен. Это будет пацан, и по-любому он будет в теме. Он оценит, как папа стелет с хамелем и змеем. А где-то на севере метут метели, бегают олени семьями и снегом усыпаны ели. Туда я ехал с другой целью, но едва покинув аэропорт, вдруг встал впервые на сноуборд. И я ворвался всей удалью молодецкой. И меня так это вставило не по-детски. И я забыл обо всем, будто грань пересек. Ведь раньше эта тема вызывала только стёб. Ликуя, я купил из снаряжения весь набор. И не пакуя, когда улетался, взял с собой на борт. Весь прошедший день в мыслях еще свербит. Это моя новая ступень, а я как неофит. И я очнулся только дома, разобрав багаж, когда улетучился адреналиновый кураж. Кровь дала мне по щекам, ведь тут у нас юга. Уже весна, да и зимой особо не лежат снега. Я недолго еще оставался храбр. Хоть топай к 12 месяцам и требуй с них декабрь, чтобы удержать адреналин. Ай, пофиг, продержусь на энергетиках, на кофе. Дошел до точки кипения, теперь я не получится уйти от проблемы. Это моя новая ступень. Все будет хорошо, я уверен. Дошел до точки, до точки кипения. Не получится уйти от проблемы, хлопнув дверью. Это моя новая. Это моя новая ступень. Все будет хорошо, я уверен.